Сложный путь объединения. За 15 лет союзное государство России и Белоруссии стало самым успешным интеграционным проектом на постсоветском пространстве. Много сделано было для того, чтобы белорусы не чувствовали себя иностранцами в России, а россияне иностранцами в Беларуси. Хорошо забытое старое. В России после распада СССР отказались от советской системы ГОСТов, а в Белоруссии ее сохранили. Кто оказался прав? Когда не хотят использовать стандарты, это плохо, это неправильно, потому что в мировой практике стандартами все-таки пользуются. Они используют только сырые продукты. Одни этот стиль питания называют полезным для здоровья, другие уверены – это вред. Не всегда это оправдано. То есть, опять же, надо индивидуально смотреть. И главное, вот я бы порекомендовал прислушиваться к своему организму. Дискоммуникация. Так психологи называют ситуацию, когда люди перестают по разным причинам понимать друг друга. Одной из главных причин специалисты называют влияние на человека интернета. Количество информации, которая сейчас у нас в головах, она почти не вентилируется. Нам вдалбливают и нам дают совершенно не наши мысли. Нам говорят о том, что нас должно интересовать. Это очень негативно влияет на мозг.